В администрации состоялись публичные слушания о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Основные статьи расхода в нашем сюжете. Проект решения Совета депутатов городского округа Люберцы о бюджете на 2022 и плановый период 2023-2024 годов основан на прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной, налоговой политики и муниципальных программ. Планируемые доходы на 2022 год составят более 12,5 миллиардов рублей. При распределении средств важно обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета округа. Муниципальная программа образования предусматривает средства в сумме 7 579 миллионов рублей, или 112% к 2021 году. Это выполнение муниципального задания и содержания наших образовательных учреждений 6 325 миллионов, проведение ремонтных работ 306 миллионов. Более 1 миллиарда рублей выделят на развитие культуры и спорта в 2022 году. На социальную защиту населения предусмотрено более 200 миллионов рублей. Продолжится финансирование сельскохозяйственных, экологических программ, ремонта дорог и благоустройства округа. С отдельным предложением выступил депутат Василий Бызов. Я сейчас попросил слово не только как депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, но и как руководитель Люберецкого отделения «Дети войны». И наша организация в прошлом году, скорее всего, выступила с инициативой о создании и установке памятника поколению детей войны в Люберцах. Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева отметила, что у Вечного огня уже установлен единый памятник всем участникам войны. Поэтому я считаю, что данный вопрос требует дополнительной проработки, а такой памятник и мемориал в городском округе Люберцы есть. На публичных слушаниях народные избранники Люберец рассмотрели все поставленные вопросы и утвердили проект бюджета. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.